Нету. Ну кинь мне. А, чисто. Это твинка хиловская. О, мы сейчас Сибели ее отдадим сразу. А, да, кстати. Сибела, 200 ставишь может... на эту хуйню? Да мы, да боже, паролу ее. Да, блин, гоните, да и все. Ну, да. Бесплатно. Кинь ей да, просто, господи. Кинь ей просто и все. Все, я отдал ей просто даже. Парк, а ты че, блядь? Как часто это срабатывает? Редко. Иди что? Таблетку Лартен выпей. И не бей мне головы. Зевс, зачем тебе тоски? Ты на просто тоски хочешь взять, что ли? Ты серьезно? Зевс, лучше не бери, потому что тебе потом придется это переодевать их. Зевс, скажу так, здесь есть силовые. Давайте фулбов поднимайте и погнали. Силовые. Запускайте. С КБ. Ща. ЗС вроде вчера выпадали. Морочи такие. Да. Смотри, как еще линканул. Типа какие. Все паршивые нерды. Все дохлые псы Альянса. Все пополнят армию. А у нас что, БДК ММа нету или что? Почему бафа не вижу? Есть. У тебя просто не влазит. А, ладно. Зевс, вот такие вот вообще есть, типа запа. У нас и БДК не есть. Не пролазишь. Я тоже баф не вижу, кстати. Ну, на мне висит, вот у меня в таргет возьмите. А, вот все, есть норм, вижу. Блин, не успею уже трапы поставить, Влад. Ты в рост, тебе сила нужна, тебе крит вообще не нужен. Гера. А че это было скил? Мило. Чисто скилл ломался. Сибел, иди подними скилла. Че, скилл подамажил? Дай ему инна. Переж сыграли? Дима, ты что-то не стараешься? Я ем, мне похуй. Окей. Дорогу молодым даю. Ребят, меня срочно на работу вызывают, там бежать. Беги. Альтер 4. После... Ну, понятно, сейчас босса добьем, и я ухожу. Это Лёха? Да, извините. Хуёво. Давай я похилю. Потанчи и похилю. Я постараюсь побыстрее, может быть, быстро успею справиться с этими. Меня убивают. Долго убиваете, долго. Слабые. Я мобов убивал.
Ой, я долго по мобам обогнал, понял? Блять, мне же включил. Теперь я батя. Ну-ка, давай. Давайте по мобам, ну-ка. Ладно, сейчас разрулю. Дынич, по мобам, блин, кони, пожалуйста, покажи, насколько я... Здрасте, Воля. Все, всем спасибо, пока. Я посрать, что мы спрыгнем. Астралия, ты что с ней пухой был? 500. Астралия с ней пухой. Поехали. Что, хотел ему досурка сказать? У него в левой руке, но походу хер был. Зевс, ставка на 500 увеличивается. Джесгейл косарь. Бля, чё вы так за мало? Я вот сейчас вам атата устрою, если меньше 6 заберете волю. Вот, нормально. 10к. Раз. По-мужински. Два. Десять. Джессика, как всегда, свои 500-очки там. Не заберёт. Астрали 11. Блин, Дэнич, скинь по мубам. Ты заебай. Вот это говно рульч. Я в гильдию скину. А, сейчас посмотрю. Еее, видели какой? Какой супер дамагер. Самый сильный. Сок обогнал. Кстати, я что-то заметил, мне, по-моему, в ТСК по ролу забирайте, пизды. Тоже по ролу забирайте. Уменьшается урон. На кого КВ? Чувак очевид. У меня... Только что же... 1.62. Так, ща я вам лут поставлю. Буду остальным тут разрулить. Там эти милики, 200, енот. Раз, два. Ты за 200 ЕП? Это пиз на мишку. Изи. Никита, ты чё? Не, на мишку, по-моему, же берут с костой, там, с СС или КБ. О! Подождите. Ботинки. У меня собачки, я... Тоже грязь. Безуму не уроните, вы чё? Меня уронили. Мне тоже нужна будет. Я на роге, если чё. Раз. Чё, серьёзно никому не надо? А, сильнее 400. Ладно, 600. Что такое старейшина? Кайтим, кайтим. Кайтим. Да хилы АФК, у нас больше хилы, смотри, все с полумана где-то стоят. Забирай. Один в зил. Потом заберет. Мусор. Просто мусор. В смысле, а на медведя чё, с хостой, правда, не лучше, вот что ли? Херня, вот эта херня нужна кому-нибудь, тебе интересно? Больше хосты? Больше хосты, больше трёпок же нет. Криты как бы тоже нужны. Чё там за знатоки мишек собрались? А я не знаю, я вот сколько мишек не спрашиваю, у каждого грузит свое мнение. Кто-то силу берет, кто-то берет на ловкость офсеты. О, Водин. О, эти шмотки. Там шеи всякие. Халявы. Кто-то на ловкость, кто-то, блин, хосту собирает, кто-то крик. В Т5 не надо ничего собирать. Короче, когда соберу мишку, надо будет найти себе медвежачьего эксперта. Я тебе говорю, нет таких. Это реально как хочет и делаю. Потому что разницы нет. Я не знаю, парант вообще со мной будет общаться. Кто сейчас на Сирусе нужно мишкам, это стамина и резист. Я знаю, что замечательно. Ну, вот, зачем эксперты? Ну, мы с ним не такие уж и друзья, скажем прям. Так, на.
Сильнее, потом обмен дашь. Ой, еще одну боишь. Поехали. Еще одну боишь. Нормально. Ладно, а ты уж так и будь откажусь. Сильно спадала. Сейчас будет больно. Блять. Да, не спек, не танка, ебаный урод. Ну, ладно, можно ты. О, сюда. Гыц. Сам такой, понял ты, осуждальщик. Это как бы да, сегодняшняя ссылка. Как бы. Да, кстати. Боешь, как не падает. А с чего это вдруг? Мы не вместе, значит, тогда будете вместе будем. Мы не в десятке. Надо идти, просто обмен дам. И, типа, там мусор просто. Ой. Ладно, давай пусть. К Зуру отдать, он только на боешках и живет. Я тоже на боешках живу. Все на боешках живут. Вот уже 8к нажил. Сбейте следователя. О, ловушка. По море покачаем. Угу, и по фарму, кстати. Какая мертвая. На друга, когда целка есть 25-ка обычка? Вопрос интересный, отвечать не буду, это целка, признавайся. Вонючка. Натуре так надо вообще. Ссылка не собираешь. Та еще вонючка. Не это понял. Это был замат. Это был замат. Где ты мат видел? Про то, что Рагнадру пи. Когда? До ебута. До ребута не считается, как бы, алё. Ну ладно, после ребута. А после ребута не было. Чё ты гонишь мне? Все записывай. Ой, блядь, повалились. Блин, Джессика, ты опять умер? Ты даже дебаф на босса не повесил. Дайте рез. Я рез. Не... Хотя бы один раз босса ударил, а потом умирай. Масса рез не плюс. Как бы я ударил. Ну, да, ну а что-то дебафа не было. Сука. Так, Дима, признавайся, там тебя серьезно, что ли, это? Напрягает. Что? А у тебя Серега что ли напрягает? Что ты ему за минус Е подал? За мат что ли? Нет, за Сеньку. А-а-а. У них просто другая тема. Я думал, там на тобой Серега сидит. У Сереги за мату, у Димы за Сеньку. Я за чёник ещё. А нет, ты мне обмен кинешь или я себе заберу? Нет. Да ты просто мёртвый валялся. Короче, идеальный РЛ Тарагнадру, потому что он не это... Не за этот, не дает этот, господи, минус ЕП, и не за синьку.
Не, ну надо придумать, за что вам давать минус слепой. Это интереснее будет. Не-не, я просто за вайп на рейде буду давать минус 157. Да ты чё, Рагнар, друзья, здесь можно за мат только по половине хп каждому срезать почти за рейд. По половине хп, ну да. Дайте кулаки, ладно, кстати, порой. За ЛК сокеты можно давать минус 100 за каждый сокет. Я не понял. И вообще вам тоже досталось. Мне уже подсказывают, что надо делать. Да, отходи. Дайте кулак по роге, алё. Молодые люди на пол один, пожалуйста. Если... Да я знаю. Молодые люди на паладинах. Молодые и красивые. Дайте, пожалуйста, кулачок. Уважаемый. Ой, кого-то это мне напоминает. Что за МП5? Скажи спасибо, что не инту. Сатокс, ну она не работает на рогу, понимаешь? Она инку не резает. Если бы резала, я бы попросил тебя МП5. Я сразу... Сатокс, она ё-моё. О, будь человек. Я сразу ГБНу вспоминаю. Дайте, ну дайте моей багирке. Багирке моей дайте. Ты кулачок багирке дайте. Багира. Где она? Вторая, третья сносим. Кстати, сегодня так хорошо реально. Левая нога пельмень. Сегодня так целое колесо открыли, вот это просто. Как ты учил, Дима, чисто. Да, больше никогда не повторяй. Больше так не делай. Как на другую, я не знаю, куда глыб станет. Мы с Токсом тупо вдвоем под левую ногу бегаем, остальные-то под правой стоят. Балдёж. Ну. Что не мешает? Массакра от Тёмки. Всё, больше не сбегаемся. Пускавчик на ниточке был. Да, 400 хп. Вол что? Просто из мира выкинула в меню выбора персонажа. Офигенно. На улицу тебя выкинула? Да, на улицу. Бывает. Ну все равно тебе с этого босса нихуя не надо. Ну ладно, мне главное, чтобы на гнили не выкинула, я пойду спать, потому что она еще поднимается. Опс, пельмень. Пельмень. Опять блеотина.
Ну блин, это... Почему? Сука. Почему эти перчатки упали, когда я на руге? Почему? Почему? Я его даже чувствую. На этрик надо их. Какого резюме отдал все остальное? Ретрик. А зачем тебе ретрик, блин? Ты Петрик, а не ретрик. Ой, ему нужнее получается, если он пришел, а ты нет. По факту. Наш Петрик. Короче, если не падает мешка еще одна боешка, я расстраиваюсь. Потому что перчатки не падают, понимаешь? Кстати, своим рогом 4 сказал ДПС. Угу. В смысле, у Макдота 2 куска только. И что? Жанни, ты слышишь? Чекай он ДПС 14к. Че, молодец, растешь. С каждым разом все больше и больше. Ну да, я расту. 13700. Хилы под боссом, РДД, понятно, по площадке. Что надо? 2, 3, 5, 3 сказывать. Так, Лартен, ты уже подбежал? А, вижу. Слизнить смотреть не надо. Был ты афлик, что ли? Да. А чё так? Чё не Дестрик? Дестрик же вроде лучше. В афлик. Дестрик проще. Скарчик, тотем от сил природы поставишь. А демон полезнее. Под босса тотем и поставь. Кстати. Веруни же демон. Кто из вас демон? Веруни. Веруни демон. Веруни? Может, Жор, ты готов? Сейчас. У нас СПД меньше будет. 5 секунд. Ай, дебильные демоны. Все, можешь гулять. Поехали, танки. Право не заливает. Он только, сука, начал дамажить. Ты умеешь дамажить? Не поджимайте друг друга. Как начал, так закончил. Ну, это было быстро. Право веру заливает. Да идите в одно место, блядь. Лево низ. Рагнадру, крыльями, крыльями работай. Да блин, чем блевать? Да куда я упрыгал, блин, на следующий? Лево вверх. Отведите маленького влево. Или куда-нибудь. Шоу битвы экстрасенсов. Право вниз освобождаю. Передвигаемся. Сразу. Блин, верните маленького мне. С чем ты маленький? Ты хильте рейд. Беру не под хил. Влад, ты зубы себе дай. Не стесняйся. Следующая правая вера будет. Отошли. Опять на мне блевотина. Дай ему БР. Отличные новости, народ. Лево низ. Yeah.
Лево вверх. Любого кожи будет. КБ. Левый низ. Сибелла, с босса выходи. Поднимайте этих лагунов. Квест с этим сдавать. Слизи, хоть плыви по ней в круизы. Я быстрее, чем ты, Аня. Ту, не это, не надо мне вмешательство. Ты что такой быстрый? Ах ты, Аня. Читер, читер. Нечестно. О, нифига, тут смотрите, что есть. Дискотека. Ты вообще медленный. Да вообще он бесполезный, да? Да, у меня просто этот тап не зачарен на это, на скорость. У меня тоже. А чего такие быстрые, лол? А, вот это хер. Че? Печи на этой-то? А, эти? Ща разрубим. Зевс, подожди, сейчас активируется она. Без домослуг тебе сколков уже? Вы еще не знали? Чем да ему там еще много. Больше 20. А сколков, сколько у тебя? У меня? Да не у тебя, нафиг ты мне нужен. 28,5. Так, где моя боешка? Ух ты. 28,5. Бакруха. Нормально. Предлагаю раскрывать. Одна мугруха только упала. А только одна, да? Сколько эта фигня стоит? Нормально есть, вроде. Две такие. Да, около 3, наверное, тысяч. Безума, соток с косарь. Безума это бис, давай дерись за низ, за них. Ладно, туши сатокса. Соток с косарь раз, соток с косарь два. Забирает. Обмен кинешь. Стоп, кстати, что, ноги, что ли, это пятый или что? Шо у тебя? На это у меня нонсет ноги, это когда шем берешь, типа, руки нонсет потом. Ну я у тебя Т5 есть, типа, ноги. Да, есть ноги. А, ну ладно. Смотри. Вечные беды. Мы потеряли паладина. Не ушел, не ушел с ними такое. Не здесь палил, блин. Давай я похилю, ё-моё. Сука. Чем ты топором похилишь? Тебя напали до стопания все равно. Я, кстати, забыл. На этом когда сделаем. Да, жадница? Золоман же соберем. Ну как бы да. Тело что ли? Чего? Воу, 15. Не, это жирно. Лена, как это настраивается? Нолик, добавь все. Ладно, пизду, короче. Надо разбираться с этим. Да еще 15 ИП, ты че? Зажал что ли ИП? Я, кстати, так же выкинул, как этого, как приста на тухлопузе. Я хотел автоначислялку включить, то ладно. Блин, можно персонально себе автоначислялку включить? Пунга там паладин зов продает. Где?
твой ажак. Сатокс, иди на холипала. Декрипифай в рейд. Данич в ретри конвоит в танк. Это Эсгард, там дорого у них. Нет. У Сатокс что, два паладина? Это маск. Прикинь. Эсгард. Сколько стоит, как бы? Лазер. Так же эти кулаки. Лазер. 30 казов это нормально? Скажи мне. Обмен мне кидай, Зевс. Слева стою. Блин, теперь у меня сумки забагались, ну как так? Так тебе и надо. А ты мне чё обмен кидаешь? Да, чё? Давай, сумочка, нет. Так я Зевсу говорю, не тебе. Нет, я хочу тоже. Попрошайки. Дима, а куда этот хпал пропал? Нет, да мне этот. Я ебу. У него коронавирус. У него коронавирус, он сказал, у него коронавирус. Он рофлит? Эй, бу, блядь, рофлит он, не рофлит. Бери Зевс, нахуй, ты не будешь здесь ДД флаской бегать. Бей, блядь, Зевс, бей, су. Метки пока поставь. А, ну, чё? Зевс, у тебя чё, копер побэшил, ты какую-то силу ставишь? Чистый шаг. Зевс. А вот сколько РПБ, что ты камни в силу ставишь? На сапрота обмен, да. У Лады сапрот есть. Пью сапрот. По КД. Слабый. А ты не пьешь, что ли? А чё просишь, что ли? Чтоб продать. Мне? Я хоть раз продавал сапрот? Да, да. А чё я не в курсе? Потому что ты этого ещё не делал. Ну что, за что? Нет, выйди отсюда. Матов не будет. Серёга, ты? Серёга, закрой ушки. Не слушай нас. Еще обмен. Чего? Ушки закрой, говорю. А, здорово, да? На стрим зашел, а ты сейчас сама там подключилась. Сразу счеты доставай. Сколько там мы снимаем? Серега, у тебя когда день рождения? 17 января. Ах, жалко, уже прошло. Мы бы тебе на счеты костяные скинулись. Классно. Что там сейчас прямо в микрофон? Что об этом, кому сколько ИП снять? Ну. Чисто счеты. Никита, я тебя попросил метки поставить, а не ворота. А я тебе делал. Ровные метки, в принципе. Что это, блядь? Мы сейчас в полудем играть или что? Что это за крестик божественный был? Даже локатора вниз ставит. У меня забагали с метки теперь. Боже, метки кривые. Вот и метки мимо. Да, стопудов виноваты метки. Во всем виноваты метки. А что такое луна? Для чего она? Все, на перифазе. А, блядь, не туда. У него и крылья поддельные, смотри, на веревочках. На перифазе в звезду. Ты, Серега, не уходи, там, может, понадобишься. Пока прям подключить. Потому что у нас, блядь, у одного коронавирус, нахуй, у второго работа. Хилы ушли, просто два хила минус, нахуй, и, понятное дело, ДД в хилах. Третьего ЕГЭ. Бурсты не надо сдавать на первой фазе. Как перифаза, значит, блять, безумно, конечно. Как перифаза,
Понятно. У кого зеленый дебаф, тот звезду бежит, упирается спиной туда. Лок, серп, СС кинь на Сан-Франциско. Блэкдот кинь СС на Уладу. Веруни СС на Сибелла. Значит, Сан-Фран... этот, Рома дашь потом Дион по танку. И по СС встанешь. Я надеюсь, ты раньше не умрешь. От красного бегаем, зеленым избегаемся. Ничего тяжелого нету. Из лужи выходим, одни не стоим, щумой. Дима по безумию потом дать, Иван. Да. Че, релок быстро. Давай. Ой. На второй Смирился. Фазе без команды, когда будет... Ой, блядь, на второй фазе, говорю. На второй переходке. Можете без команды дать Гиру, когда они выползут. Что там по составу Джайна в мечтах? Да. Я тогда у седлки перебью. Все, ты готов, разница? Не знаю, я не уверен. Ну, у меня пинг 900 написано. Ну, по ощущениям, его нету. Слава, пей. Если на локах зеленый слизнюк, то ТП-шится на губу. Поехали. Лазер, у тебя манна уже из трусов льется. Портал тот стоит для того, чтобы на перефазе, если на тебе зеленый дебаф, ты быстро туда ушел. Все, лужа, отошли. Кто не знает, как бегать за квадратом, бегайте. Не ошибетесь. Наверное. Это все к зеленому. Спиной к столу поворачивайте. Свои жопы милишники. Зеленого играем. Сейчас лужа сюда может полететь, смотрите. Отходим, отходим, правее. Давайте милишники к нам, в РД зону. Под босса под стол. Дебафы свои смотрим. Ближе к звезде подходим. Дебафы. У кого зеленый, в звезду. Спиной оперлись. Вольмиш. Да, ничего выкинуло. Они же не танчил, да? Нет. Ой, хорошо. Готовим, сейчас будет пельмень сюда лететь. Пельмень летят сюда. Выходим, выходим, ребят, выходим. Yep. Красного допинайте. Перекаст, перекаст. Отошли от красного. Плевок есть? Уже Сер, был. Беги, беги. Беги, беги. Молодец. Сибелла, подними енота. Пельмени отошли лево. Дайте по еноту бафы. Красного лазера, доготовимся по красному играть. Красного свитч. Лужа летит к нам. Милишники свитч. Пельмени отошли. Зеленый вылазит. Сразу влево, готовьтесь идти. Нормально, ладно. Ага, и пельмени летят. Отошли, а отошли от пельмени. Синилики просто стоят, бьют как бы босса, когда зеленые. Это... Ложимся. Не пейте, не надо, ложитесь. Милики, зачем вы бьете босса, когда зеленый вылез? Да зеленый власть уже. Ну они же ебанутые. Что ты что не знаешь?
понял. У них с головой не все в порядке. Что они могут еще делать? Делать 7 начислять будут. Так, мы, наверное, сразу запустим себе. Включить хуйню, извините. Милик стояли, 3 милика сдохли. Серегу сомните. Серп, вставай, это поделай. Симон пришел, сейчас пролечу. А, блин, бафы надо. Ты силки перебил? Угу. А то опять будешь. Пухлый. На своей нет, Серпус, ты взамен. Мне это не вмешало в первый не за косяка. А он в чем там одет, Серпуш? Четыре. Хабоваты. Пододеть бы. Не брать на замену. Проф не тот босс. Два плевка, кстати, было в красного. Ну, правильно. Декрепифай, сейчас твой пет повесит на нас комбо. Надо пойти убить вот этих пауканов. Кушайте рыбу, кто еще не поел. Бой. Можно лапку? Ну, подожди, блин, он пошел бить. Блять, когда уже посох получу? Никогда. Хорошо, что ты мусор. Фоба, поднимайте. Пристабар. Типа, хватит нас. Давайте по местам. А чё, платок с татвине? Ну, у нас в холле пало коронавирус, он пошел. Ну, так и написал, у него коронавирус. Типа, беру. Прибежали. Стоп, 0 ДПС. Стоп, 0, не бьем босса, нахуй. Все будет зеленого бить, миличники. Вы уже в нас летит, чуть-чуть подальше отошли. Лазер, засейвись. Переводим босса ближе к звезде, остановимся. Чтоб далеко вам не бежать. Зеленый дебаф, понятно, звезду. Готовимся бурсты сливать. Косноят зеленого не забывайте кидать локи. Блин.
Все правильно сделал? Добили. Готовимся, пельмени летят. Ребят, пельмени. Звезда, выйдите, звезда, выйдите. Хорошо. Вы уже отошли. Пельмени отошли левее. Красный выполз. РДД играем по красному. Скарчик на себе. Через мили-зону беги. Лужа в РДД-зоне. Пельмени отошли. Зеленый вылазит. Милишники по зеленому. Все милишники по зеленому. Жопой в стол. Захил рейд. Пельмешки летят сюда, ребят. Отошли лево. Служи вышли тоже. Сайбот в тучку. Ближе. Подойдите к сайботу. Кружочек собираемся. Пельмени отошли правее, играем по красному. Сибелла, убегай. В мили-зону беги. Просто в мили-зону беги. Стой пока под боссом. Все, возвращайся в рейд. Пельмени отошли лево. Я вижу. Стоп 0 ДПС по боссу, в зеленого все играем, в зеленого все играем. Кружочку ближе станьте. Лужа летит к нам, так что левее от черепка. Блять, хуевастенько ты прыгнул, конечно. Хуеваста. Пельмени летят в стол, пельмени летят в стол. Добили? Хорошо. К звезде подходим. Кто там? А, вот. Нет. Данич, вставай. И сразу себе бабл там хуя был. Зиверт, беги. Кто? А кто стоял? Зиверт. Дикпифай. Зевис, то есть. Зевис, в чем проблема? Зевис? Нет, ты можешь, Зевис, объясни проблему, свою причину, почему ты стоял как овощ? Потому что... Ладно. Вот, я нашел кого. Сейчас мы затянем рейд. Иди на замену, Зевс. Есть у кого? Козыр, у тебя есть встать? А, у нас все равно нет мастриса. Две минуты там.
Чупа. Чупа-чупа. Ладно, пока бежим. Ань, тебе этот пояс нужен? Ага. Он типа бисовый на холиков идет. Двести раз, 202, 203. А просто другого пояса с духом и это хостой нету. Серега, надо было массом резать. Да жалко. А, вы ж такая, вы ж ткань только носите, вы ж бы... Вот именно. Да, есть, я поставлю. Подъем. Ты, блин, с вами сломался. Поставьте шкаф, сама не купил. Кью? Ты, Зевс, так и не ответил, почему ты это сделал. 80 голды. За тебя все ответили, кроме тебя. Так, причем он встал куда надо, все правильно сделал и почему-то просто на месте встал. Нет, не слышно. А у него ДБМ есть, он, наверное, просто не видел, что на него метка кинулась, и все, да, если ДБМа нету. Так, он же здоровенным стал. Я ж ему сказал, что стоишь, беги. Я идиот, я его случайно отклонил, можно ещё разок. Нет, куполок. Кнопка Escape, тут же меня смоете. Зевас, у тебя отключен микрофон в Дискорде, как мы тебя услышим? Тебя не слышно, нихера. Сомануло? Сомануло. Давайте футбол поднимаем. Сегодня Ильича можно убить теперь. Прочки. Давай обмен. Ну, у меня свой один остался. А, хотя завтра выходной. Лучше сегодня. Нахер это завтра. Не надо тебе куб собрать? Я не могу тебя найти, Амон. У меня один тут остался свой, я тебе помогу. Что? На этом боссе сапрота пьют? Ну, слабые пьют. Пристабав дайте. Я тебя услышал, тогда мне не надо. Оставь, на синдре понадобится. А, да, кстати. Я там выпил, что нет, когда друг присылал. СССР хотелось так же вешать? Да, все так же. Сдохнешь, вот ногу тебе отрежут. Так, ну что, у меня все готовы. Слава, иди на позицию. Тотем на МП5 поставьте. Плиз. Вот так вот, все, Слава, пей. А бурсить можно или не нужно? Что, бурсить мне не надо. Кому этот кейс нужен? Милики, выходим. Бля, с купой можно было и бурстить, нахуй, оказывается, ладно. Стоп на ДПС, ребят, стоп на ДПС. Все, в зеленом играем. Сразу в РД зону бежите, кто далеко летел. Отошли с лужи, отошли с лужи. Лазер, выпрыгни. Промахнулся в лужи. К звезде становимся ближе, к звезде. Готовимся к бурстить. По меткам стали своим. Дебафы чекнули. Бурстим, скилл на тебе. А лужи что-то не выпил вот эти маленькие. Допей лужу. Гим на хп сайбот. Готовимся к пельменям. Пельмени отошли.
Ну что там, не допивается? О, пилось хорошо. Кружочек стали. Я думал, может забагалось. Она всегда багается. Ну, иногда. На переходке. Перемене отошли лево. Красный выползает. РД, готовимся играть по-красному. Играем по-красному. Жадница на тебе. Уже в луну летит. Пельмени отошли с кружка. Лишники под зеленым, остановимся. Играем по зеленому. Жопой в стол. У Лады зубы себе кинь. Отошли от пельмени. У Лады зубы себе кинь. Так, Никиту Сибелла поднимешь. Енот поднимет Джизгейла. Фулбаф подняли, пристабаф. Интеллект. Никите особенно интеллект нужен срочно. Красный выползает, пельмени отошли. Правее, играем по красному РД. Сатокс, дай хотя бы кулак. Скилл, текай из города. Не надо пельмени ловить. Ты же на тренировочке ходишь, ебаный в рот. Давай, давай это, лет. Берись. Котлет, котлет. Блин, блин. И под командой бильярд это уже спас. Стопнули ДПС, стоп. А, бьем, 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 не стопаем, не стопаем, не стопаем. Я передумал. К звезде готовимся ближе. Дебафы стали. Как выползает, сразу Геру. Красноярск на зеленого. Дай каску, все, спасибо. Красноярск по зеленому дайте, ну, Локи. Локи! Лохи! Бурстим! Так, красным помогаем. А, нормально. Ну, бейте красным, ну. Хорошо. Все, квадратик собрались. Силы Сибири в квадрат. Я бы сказал, силы Сибири трансформируемся. Ромчик, на Вайда потом кинешь. Пельмени отошли. Право. Квадрат на Сибирь. Ромчик, юзай. Егор, забирай. Вставай по СС. Не было СС. Отошли лево, понял. Вставай, пельмени. Не вставай, не вставай. Ладно, убегай сразу только. Вернулись назад, к луже. На трех стаках слава заберешь. Три стака. Лужа не стой, верни. Лужа миллизона, пельмени отошли. Просто сад. О, Гаргандру, привет. О, Никита, здорово. Ну нахер это говно, блядь. Тунга, забирай себе пол. Просто сейчас заберу себе на распыл чисто, блядь. На медведя, да? О, на разбойник. 17 место по ДПС. 9300, господи. Сань господний, блядь. Я только на этого. Ты позор, гиди. А его забыли выгнать. Он по пузо вроде заходил. Я еще зашел в курсе такой, Дима. Думаю,
После Кары Гер надо, короче, зайти и попросить, какого рейд, может, там найдется для пожилого места. Хочу что-то ссылка заглянуть. И тут на пати залетает, такой, ну... А тут Зевс с красным заходит, такой в рейд, говорит, привет. Рольч. Ролить можно? Ну, да. Сказали ролить, я... Слышь, кстати, Тунга, эту хрень можно ролить, да, иди, куй. Чего? А, я, между прочим, вообще нормально прогулялся. На пару ты хочешь, что ты героически кидаешь? Не слышу. Да. Короче, давайте в пэрэдж. Пойдем лучше выше, пока трэш. Это говно? Никому не нужно. Пойдем. Ролить. Ладно. Давайте, трэш, подходимся, не стесняемся, хилы. Ну, так и быть... И никому не надо. Никому не нужно, забираю на вас пыл. Он за 200. Короче, где в жопу? 200. Может даже ИП не отнимать, ладно. Сука, две колбы, блин. Я ебал этот рандом. Не знаю, эти ботинки нужны кому-то? Да, давай. Да, давай, это кому? Я рально. Стали? Давай. Обмен для ш... Ща я вам лук поменяю. Где моя костюм фласка? Давай, тяни потихоньку. Думаю, что за фигня? Откуда у меня звуки взялись? Никогда звуков не было, у меня параллельно стрим включен. Ролл, если кому надо. Две штаны на друида. Контролим, контролим полудыны. Бьем тактика. Кого? Моб? Потом советника. А, я понял. Я понял. Никита.